Приветствую вас и делает это она для того, чтобы привлечь внимание вашего жениха. Чтобы он стал ей ближе, чтобы они сблизились, чтобы, возможно, он стал с ней, а не с вами. Это такая женская уловка для того, чтобы привлечь внимание мужчины к себе. Собственно, очень важно, как ваш жених на это реагирует. Реагирует ли хорошо или плохо. Если ему нравится то, что эта женщина присылает ему, то для вас это немножечко тревожный момент, потому что это означает, что вашему мужчине чего-то не хватает, и эта нехватка проявляется в его симпатии к фотографии детей. А если же мужчине все равно, он относится абсолютно безразлично к тому, что женщина им присылает, то тогда беспокоиться не о чем, и она со временем, увидев то же самое безразличие, что и вы, и что представляет ей мужчина, перестанет присылать, потому что перестанет надеяться на то, что мужчина обратит на нее внимание. Дело в том, что женщина с детьми часто именно детей воспринимает как что-то плохое, как что-то слабое. И вот эту слабость она, как правило, старается выдать за силу. И, возможно, именно акцентируя внимание на детях, она хочет показать, что своими детьми гордится, и тем самым привлечь внимание мужчины. Но если человек еще только собирается жениться, то дети, скорее всего, не являются тем, что можно назвать для него привлекательным. Так что здесь только вам осторожно смотрите, наблюдайте за молодым человеком, чтобы не получилось чего-нибудь такого, о чем бы вам потом пришлось жалеть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.